Группа компании «Сокол» осуществляет перевозку портового мобильного крана «Липкер-280» общей массой 241 тонна по маршруту Краснодарский край, порт Темрюк, Астраханская область, порт Оля. Протяженность маршрута составит 1100 километров. Так как груз невозможно транспортировать по автомагистрали целиком из-за его веса и габаритных характеристик, он был предварительно демонтирован. Для данной перевозки нам потребуется 15 единиц техники, 5 низкоравных тралов и 10 фур. В связи со сложностью демонтажа крана перевозка будет осуществляться в 3 этапа. На первом этапе перевозим головную и корневую секцию стрелы длиной 21 метр каждая. Общая длина автопоезда составит 28 метров. На втором этапе осуществляем перевозки балки крана массой 35 тонн, длиной 24 метра. Общая длина автопоезда составит 27 метров. Жуков Дмитрий Владимирович, начальник ПТО ООО РКМ. Демонтировали Липкер ВЧМ-280 грузоподъемностью 84 тонны. На третьем и завершающем этапе организовали перевозку поворотной платформы и ходовой тележки крана массой 45 тонн и 75 тонн соответственно. Сложность данной перевозки заключается в его габаритных характеристиках. Ширина каждого груза равна 5,5 метров. Добрый день! Являясь водителем группы компаний «Сокол», осуществляем в данный момент перевозку портового крана «Липкер» из порта Темрюк в порт Оля Астраханской области. В данный момент третий этап, завершающий, перевозим ходовую тележку. Габаритные размеры, ширина 5 метров 50 сантиметров, длина 16 метров, вес 75 тонн. Транспортировка будет осуществляться строго по установленному маршруту в специальном разрешении. Прибыли мы сюда две машины прикрытия для сопровождения груза. Дорога будет интересная, расстояние не маленькое. Думаю, все эти сложности мы преодолеем. На этом рынке уже работаем не первый год. Думаю, справимся, все будет отлично. Just love.
хватит на сегодня. Остановились в 5 утра, позавтракали, поспали на границе Ростовской области. Во время движения периодически останавливаемся, обходим, проверяем цепи, смотрим груз. До выгрузки еще 900 километров. Надеюсь, за пару дней доберемся. Сейчас давайте посмотрим, как выйдет. В группе компании «Сокол» насчитывается более 150 единиц. Техники, тралов, из них более 25 единиц. Тяжеловозов, таких как этот, для перевозки грузов до 100 тонн. Большая пошла. Принял. Ездим по всей стране, абсолютно вся страна. Дальний Восток, Якутия, юг, север, Сахалин. На негабаритных перевозках я работаю уже более 8 лет. Непосредственно в группе компаний «Сокол» около 4 лет. Абсолютно разнообразный спектр грузов. Мы возим все. Автомобили все свежие. В основном это автомобили марки Volvo. Также есть Scania. На этой машине езжу с октября. Никому ее отдавать не хочу, потому что она у меня четкая. Валюха. Валентина Дмитриевна. Ага, Соколова. С супругой созваниваемся, ну, в день по 3-4 раза. Сын так и тот раз по 10 может позвонить. Сын скучает очень. Вот, опять звонит. Привет, сыночек. Как дела? Хорошо. У тебя как дела? Офигенно. Отношения руководства очень хорошие, я бы сказал. Даже очень. Руководство всегда идет навстречу водителям. Кроме того, что сопровождаем груз широкий по маршруту Темрюк-Астрахань, параллельно нам еще приходится решать вопросы с теми автомобилями, которые нам верены. То есть в моей колонии еще 15 автомобилей, соответственно, 15 водителей. У них тоже, ну, не получается ехать все время без каких-то ремонтных работ. Соответственно, да, находясь в командировке, мы еще параллельно ремонтируем автомобили по всей России, где они у нас находятся. Механики у нас находятся на связи 24 часа в сутки. То есть, если в пути возникла какая-то проблема, она не останется нерешенной. Быстро, оперативно все решается. Практически в любой точке нашей страны. Автомобили у нас обслуживаются у официальных дилеров в данный момент. Также есть своя собственная ремонтная база в Казани, «Сокол Трак». При возникновении каких-то форс-мажорных обстоятельств, если водителю нужно срочно попасть домой, ну, у людей разные ситуации возникают, руководство также идет навстречу, высылают подменного водителя самолетом, поездом. Это все решается. Решается это все очень быстро. Все идет по плану. Планируем, что сегодня ночью будем в Астрахани. Ну вот, друзья, крупногабаритный груз прибыл в порт Аля Астраханской области из порта Темрюк. Завершился третий этап перевозки портового крана «Липхер 280. Груз был доставлен вовремя в установленные сроки. Обращаясь к ГК «Сокол», будем рады сотрудничеству.